Только что пожарные решили залезть за лестницу в квартиру. Парень выпрыгнул оттуда на матрас, надутый ими. Все, вот только что совершился штурм, парень выкрикивает свои требования. Он просил связать его с посольствами Ирана и КНДР. Но все завершилось хорошо, но не знаем для парня, как это, хорошо или плохо. Ну, подлечит, наверное. На Голгофу ведут, твари! На Голгофу! Ну, видимо, он неадекватен, поэтому держал. Попытка пожарных влезть в квартиру закончилась тем, что парень, который удерживал в заложниках свою семью, ну или говорил так, закончилась тем, что парень спрыгнул из окна пятого этажа вниз на специально подготовленный для этого куб.